Тамбов, старшим агрономом по Никифоровску. В нашем отделении 13 900 гектаров земли. Соя занимает 1400 гектаров. Сою мы выращиваем 6-й год. Постоянно ищем пути повышения урожайности. Для этого мы стали применять инокулянты. Использовали несколько инокулянтов. Но в последнее время при сравнении выбрали инокулянт от компании BAS Хайкоут Суперсоя. Инокулянтом от фирмы BAS мы остались довольны, сейчас применяем его на всей площади. Преимуществом инокулянта от фирмы BAS является раннее появление клубеньков на корнях растения, хорошее их развитие, большое количество. И по самому растению культуры видно, что ей достаточно особо. Одной из проблем у нас была присутствие фузариозной корневой гнили на семенах, на проростках. Для этого, чтобы защитить семена, мы используем протравитель Delit Pro. Технология применения позволяет нам обработать однократно семена и инокулянтом, и протравителем, и заблаговременно, то есть за 30-40 дней до посева. В результате применения этих препаратов мы получили хорошие дружные всходы, здоровые. И в конце, в итоге, мы получили урожайность 24 центнера. При этом мы используем технологию NoTill. BASF. We create chemistry.